Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z panem Siergiejem Walentynowiczem Kolcowym i tłumaczyć nas będzie pani Ludmiła Frąckowiak. Witam państwa. Witam państwa. Здравствуйте. Здравствуйте. Panie Siergieju, zajmuje się pan medycyną naturalną, ma pan pewne wynalazki. Zanim do nich dojdziemy, może prześledźmy trochę pana historię. Вы занимаетесь натуральной медициной, и у вас определенные изобретения. Пока и когда мы дойдем до этих изобретений, немножечко истории о себе расскажите. Не, ну пожалуйста. Что, можно начинать? Да. Да. Вообще-то я по образованию баллистик, я заканчивал кафедру теоретической механики. Образование есть там баллистики, кончил теоретическую механику в университете московском. С детства хотел запустить ракету, я эту идею реализовал. От детства хотел запустить ракету и выстрелить ракету, и, очевидно, та идея была уже учреждена. Ну, это, видимо, еще связано с тем, что папа у меня занимался транзисторным телевидением и сделал первый в мире транзисторный телевизор. И он назывался «Спутник-1». И тата занимался телевизорами и сделал транзисторы. И первый сделал первый телевизор транзисторный, который назывался «Спутник», то есть языка российского, «Сателлитоеден». Гран-при на Брюссельской международной выставке 1957 года. Потому что в октябре запустили этот спутник, они там, видимо, сразу сориентировались и обозвали. И отшимал гран-при на брюссельских торгах, какой год? 57-й. В 57-м году, потому что тогда сателлита получала в 56-м году, и попросту тогда там награды отшимал. И та сама назва. Так, та сама назва. Ну да. Вот почти 20 лет занимался проектированием систем управления, доводя их до бортовых программ, которые реально летали на объектах. Последнее, то, что 10 лет жизни отдал, это тот самый космический самолет «Буран». Праве 20 лет занимался, но опрацовал керовництво управления ракет, да? Да, да, да. Система управления ракет. Система керования на керование тих статков космических ракет, ну и остальные его, как бы, ну, Джело, то есть выходовец «Буран». Ну, то есть я профессионально занимался сложными техническими системами управления. Профессионально занимался очень комплекованными техническими системами на керовании ракет. Чили тогда мешкал пан на Байконуре? Вы тогда жили на Байконуре? Нет, в Москве, в одной из королевских контор. В Москве, в едном управлении Королева, с Королевым. И был у него такой соратник Пелюгин, вот я в его конторе работал. Угу, там, где система управления и до сих пор делает. Угу. И что сейчас стало с тем «Бураном»? А что случилось с «Бураном»? Же не было успеха. Не было успеха? Нет, почему? Ну, мы просто же не отдаем себе отчет в эффективности этих машин. Ведь «Буран» проектировался вслед за американцами не как гражданский объект. Угу. И для объекта, которые должны были на нем возить, никто и не проектировал. А «Буран» был запроектирован не как объект цивильный, и то, что на нем должны были транспортировать, что должен «Буран» транспортировать, о том не было мовено. А это был проект американский, о то ходило? Нет. Это чисто российский, и мы совершенно по-другому все сделали. То есть проект российский, зупевне иначе сделали, чем американцы в тамтых часах. По американцы тогда шаттл побудовали. Так. Угу. То есть мне пришлось несколько лет перелопатить всю литературу, а что там американцы понаделали. Потом все это надоело, и сделали проще, по прямой. Кілька лет он студивал целом литературы то, что сделали американцы, ну и сделал что-то более простого и более скотечного. Угу. Ну, а потом только пришло понимание, что что-то мы не понимаем глобально в теории гравитации. Но нельзя запускать такие сложные объекты с КПД 3%.
Ну, coś później zrozumieli, że nie można wypuszczać takie skomplikowane urządzenie z KPD 3%. Czyli ze skutecznością wykorzystania energii, o tak, to chodzi. Ze skutecznością, 3%. Tak. Ja bardzo przepraszam, że nie wszystko mogę przetłumaczyć, bo brakuje mnie polskich słów. Jasne. No to jaka była alternatywa? Антигравитация? А какая была альтернатива антигравитации? Возвращаться к теории эфира и разбираться с ним. Вратиться до теории этера и попросту его исследовать. Так. Ну и что пан открыл? А к 90-му году встал просто шкурный вопрос, потому что в 38 лет, 6 лет до пуска, был очень напряженный график отработки программ. А машины, на которых отрабатывали, ну, неважно, работали. Приходилось очень часто сидеть по ночам. Ну, а в летах 90-х появился поважный проблем, бо тогда, когда працювали, и те урządzenia, на которых працювали, они працювали, ну, не завжди працювали добре, и чтобы все надолжить, працювали в ночи. Значит, урządzenia не завжди добре działały. Ну, на чем працювали? Урządzenie... Чи, чи, хоть о то, что люди не завжди працювали добре, чи урządzenia... Не, ну это наши отечественные машины, но это вот ЕСовской серии, которые, в общем, не для вычислительных целей вообще делались. Машины, которые там працювали, они не были зупевне добре зроблены, не зупевне завжди добре працювали. И втеды, чтобы надолжить, то мусили працювать ночами. Вот и вот к этому моменту здоровье было очень серьезно разрушено. Ну и просто праца в ночи было бардзо, ну, здоровье было в страшном стане, так. Да, встал вопрос, как восстанавливать. Ну и появилось питание, что сделать, чтобы отбудовать свое здоровье. Ну, я понимал, что путь, связанный с таблетками, не мой. Зрозумів, що путь, дорога зв'язана з вживанням медикаментів, то з лікарств, то не тенде дорога. Прийшлось з точки зрення волнових процесів попытаться понять, а як работает живая система. Ну, і з помощью тих процесів фалових спробувати зрозуміти, як працює жива система. Як система джала. Так, система чоловіка джала. Ну вот 6-7 лет пересмотрел все, что понаделано в медицине. 6-7 лет студировал то, что сделали в медицине. Наиболее разумное, что нашел, это физиотерапевтические аппараты с датчиками обратной связи, когда воздействие каким-то физическим полем происходит в ритмах кровотока человека, конкретного человека. То есть, когда вешаются датчики пульса и дыхания, и синхронизируется воздействие с ритмами собственного организма. И наиболее доброго, что было знайдено, то есть физиотерапия, когда отбирники накладываются на тело человека и попросту ритмы, синхронизуемые ритмы крови, ритмы бития сердца, да? Да, сердце и дыхание. Чтобы синхронизировать и ритмы биения сердца, и отдых. То значит, при помощи урządzeń? Так, при помощи физиотерапевтических урządzeń медичных. Okay. То есть, единственное, что было знайдено в том, просто на те часы. И вот потом опыт как раз разработки сложных этих динамических систем помог быстро понять, а в чем ущербность такой техники? Это все хорошо в идеальной системе, когда организм не зашумлен. И досвідчення праці з такими урządzeniami, такими космічними, помогло зрозуміти, як то направити, бо те урządzenia фізико-терапевтичні са добре, коли організм чоловіка не забруднений, коли він працює чистий. Так, коли він чистий, бо кожен чоловік працює інакше. А потом становится понятно, что у нас все равно, хотим мы или не хотим, внутри присутствуют паразиты, могут присутствовать какие-то вирусы, которые изменяют динамическую картину. И если мы в этих ритмах будем воздействовать, мы создаем идеальную среду колебательную для их размножения, развития, а не для лечения себя. И тут же встал вопрос, а что же делать?
То есть надо восстановить обратную связь вообще на внешние ритмы. Ну и очень вещи в организме человека знайдуемся и вирусы, и бактерии, и посужиты. И если того, чем делать в той идеальной чистокливости, то можем вплывать, это жонзыни могут вплывать на розвую, полепшать розвую тех микроорганизмов. И тогда стало, ну, треба было зрозуметь, что сделать, чтобы то, так, ну, как бы уникнуть того. И... Чили ходи от coś такого, как Zafer, как то, что робила Hilda Clark. Ну, тут вопрос о таком приспособлении запер, который я даже понял вопрос, потому что я знаю, кто такая Хильда Кларк. И у нас все начиналось на самом деле с борьбы с паразитами, якобы по идеологии Хильды Кларк. Может, она паразитолог хороший, но в технике она точно ничего не понимает. Ну, тогда все, очевидно, началось от тех справдзений працы Хильды Кларк. И Хильда Кларк может быть очень добрым паразитологом, але в жонзениях тех она, ну, не зовсім добре ще зна. То ж, когда следует от нее рекомендации воздействовать на организм в частотах ультразвука, эти частоты не любят ни плохие, ни здоровые клетки. І коли є рекомендації оджалювати в частотливості ультрадзвінку, то та частотливість оджала і на здорові комурки, і на хворі комурки. Некорисні. Так, некорисні, так. От у нас в начале нулевых, тогда я вже научился делать некі поляризатори, як ми їх там називали, то есть устройство, которое структурирует воду. І тоді научилася робити поляризатори, як ми їх називали, то есть жонзені, які структуризують воду. А потім совмістили з цими простенькими приборчиками, які там, неважно на якій частоті. І поломшили з тими простими жонзенями, які діяли невідомо на якій частотливості. Ми проводили навіть дослідження в Інституті паразитології. Робили бадання в Інституті паразитології. Ефективність цих приборів була на рівні 55-60%. И эффективность этих жонзень была на подъеме 55-60%. А потом пришло понимание, а выше-то и нельзя. А потом пришло разумение, не повинно выше. Выше не можно. А почему? А потому что у нас многие динамические процессы в живой системе связаны с золотым сечением. Для того же в жиёнцем организме велю динамичных процессов связаны с тем так званым золотом пропорцией. Да, численно это 0,618 тысячных. 0,618 тысячных, то есть так цифровое. 1,618. В переводе на проценты эффективности это 61,8%. На процент. 61,8% эффективность. А с точки зрения динамики это означает, что если эффективность будет больше, то организм не будет справляться с нарастающей интоксикацией. Только и всего. Ну, а если эффективность будет дать веншом, то попросту организм не будет давать себе рады с том интоксикацией, которая повстанет в этом процессе. С выжуцанием с себе этих токсин. Так, токсин, так. Поэтому, когда вы видите какую-нибудь рекламу, что там какой-то прибор на 100% сразу всех кого-то там убивает, бегите от него вообще. И если кто-то забачит рекламу, когда рекламуем жонзенье, которое на 100% сразу усува всех, забия всех пасожитов, всех микроэлементов, всех вирусов и бактерий, то от этого жонзенья треба как найшибче учекать, как найдалее. Представьте, что вы за 2 минуты всех там инопланетян в организме прибили. Что делать с токсинами? Вообрази себе на момент, же за 2 минуты забили всех опций в организме. И что ты делаешь с токсинами? И мы это наглядно видели, потому что чуть позже сделали прибор трехчастотный с поднесущими и еще добавили информационную составляющую. И некоторые врачи взяли. И мы это видели на прикладе, бо зробили такие уже жонзені, уж не буду тлумачить. И некоторые лекарства взяли это уже жонзені. И вот с тем модернизированным прибором, когда проводили там же исследование в Институте паразитологии в чашках Петри,
предложенные там 5 или 6 образцов паразитов, начинался лизинг вообще всех их оболочек буквально через 5-6 минут. И когда в институте паразитологии робили бадания в тех чашках Петри, то есть где... Пробовки? Ну, там, где росли бактерии, такие специальные, ага. Такие на ну, вопрос, то на те пробы, где росли бактерии, робили тем жонзением, отделывали на то жонзение, и моментально начинался лизинг, то есть распущение всего, что там было, всего. Ну, а потом профессиональные врачи, которые взяли некоторые эти приборчики, ну, сами не задумывались, что может происходить, начинают на себя, потом звонят в ужасе, говорит, а и паразитам деваться некуда, и они напрямую через кожные покровы пошли. То есть сыпь там, бог знает что, начинается. И те лекарства, которые купили, это уже онзение, пробовали, начали пробовать что на себе, то тем пассажитам, которые у них были в организме, нема где было еще подять, и они выходили через скуры в постаче разных высыпок, и они звонили, что робить. Да, многие перепугались, стало понятно, что так вот с такой эффективностью делать нельзя. И велю было выстрашенных, и мы зрозумели, что за таком эффективным, чем забияние пассажитов, и нема сенсу робить. Бо... Але кто продуковал это урządzenie? Ктось inny, так? Не, они спробували, ага. Сами пробовали то зробить, то есть то урządzenie наподобие Хильды Кларк, але полепшили его, okay. Чтобы бардзо шибко... Да мы уже давно ушли от Хильды Кларк там. Ну, давно, попросту створили свое подобное урządzenie с меньшим эффективностью, с меньшим... Чтобы протестовать. И оказалось, что нема сенсу. Нема сенсу, так. Дальше больше, дальше стали разбираться с внешними потоками, в которых мы выросли, живем. Угу. Ну и далее начали студировать и обсервовать зевненшное поле, те струмени зевненшные, в которых мы выросли, в которых мы живем. То, что это поле зевненшное. Фали Шумана. Эти волны Шумана. Ну вот все скатываются... к волнам Шумана, а на самом деле это, ну, Шуман решил просто задачку матфизики. Пытались... Резонанс в двойном сферическом слое. О фале Шумана, але Шуман, то есть первый, кто это, он, это не вижу, как бы тлумачить. Ну, первый, кто этим еще начал займовать, это резонанс. Резонанс в двойном сферическом слое. Резонанс в подвойном сферическом слое, то есть, о боже, полю. Ну, неважно, первый слой поверхность Земли, второй слой – это конец ионосферы, то есть примерно 100 километров. Так, первая варства, то есть поверхность Земли, и там другая варства, то есть до ионосферы, поверхность ионосферы. 100 километров. 100 километров, так. Примерно. Так, мне венцы. Но надо понимать, что это верхний слой ионосферы, он дышит. Он дышит, связан с активностью Солнца и так далее. Ну, это чтобы разуметь, что горное варство ионосферы, он отдыха. И то отдыхание связано с активностью Солнца. И только поэтому первая из частот Шумана меняется. А так она вот около 7,8 Гц. Только для того же, первое, что стопливый Шумана изменяющее, а так она... На самом деле в решении там спектр частот. А, это не одна частота. Там не одна частопливый, там спектр так частопливый Шумана. И не надо лезть в эту тему, она это вот естественная проблема. Так, и не будем входить в центр. Потому что многие говорят, вот там частота Шумана начала расти. Но она может расти там или уменьшаться только из-за дыхания ионосферы. Угу. И некоторые мувы уже начала рост частотливость Шумана, але она может альбо повеньшать, альбо зменьшать через отдыхание ионосферы. И кто интересуется этим вопросом, в интернете выложены данные по текущим данным под шумановских частот из различных физических лабораторий. У нас, по-моему, Томская лаборатория, то есть прям в открытую, каждый день все это делают. Ну, в интернете можно знаешь эти данные. Например, в Томску, лаборатория Томска, то, что... Так, видела такую стронку российскую, где там те помяры на бежонцу. Так, на бежонцу, так. Поэтому здесь шумовские частоты так, чуть-чуть в стороне. Ну, то, что есть важно? А что важно здесь? А оказалось, что существует очень жесткий внешний водитель ритма.
okazało się, że istnieją zewnętrzne, bardzo takie twarde prowodzicieli rytmu, prowodniki rytmu. То есть это некий волновой процесс, который постоянно повторяется. То есть фоловый процесс, который чем-то еще повторяется. И у нас на глазах он, мы просто зафиксировали это формально с декабря 2007 на январь 2008 года. И совершенно по непонятным причинам он вдруг ускорился прямо на глазах на треть. I od stycznia 2007 roku te fale, ten proces zwiększył się, nie wiadomo z jakich przyczyn, trzy razy. Czyli grudzień 2007, tak. Styczeń 2008. Da, no żeby było понятно, o jakich periodach idzie речь. Вот до 2008 года этот ритм był примерно, потому что он не целый, около 51 секунды, а стал около 34. До 2008 року цей ритм був 51 секунда, а став 34, так? Да. 34. Ровно на треть швидше. Тоді так нагло спав. Причому, ну да, це буквально за дві неділі ми це на лазерно-корреляційних спектрометрах засекли, потім вже вміли працювати руками і побачили, да, дійсно 34. І в чому... Naprawdę w ciągu kilka dni zauważyli to na specjalnych urządzeniach te zmiany, zadziwiające zmiany. A co to oznacza w bytowej życiu? A to co znaczy dla w życiu normalnym? A to na samym деле очень серьезное событие. To jest bardzo poważne wydarzenie. Które по-хорошему должно заставить пересматривать все клинические испытания на все таблетки, потому что все, что проводилось до 2008 года, можно забыть. И треба попросту изменить все, запомнить о всех баданиях клиничных, всех леков, которые были сделаны перед 2008 годом. О тем можно вообще запомнить. И поэтому все врачи попали в непонятную ситуацию. Во всех странах начинают говорить, да вот, столько поддельных лекарств стало, еще что-то, не в этом дело. И для того лекарства трафили до таких дивной ситуации, начали говорить о том, что появилось в свете очень много леков, таких подробенных, а не о то хочет. И не могу зрозуметь, для чего так считают. Для чего это лекарство не делаем так? Да, то есть они там тысячу лет работали, и вдруг что-то произошло. А технологию производства никто не менял. Тысячу лет то працювало, там три лет то працювало, и нагле по 2008 року розпочались изменения, начали делать иначе, и технологии этой продукции уж никто не справдзал. Так как было продуковано, так продукуем. А оказывается, изменились просто внешние условия. А тут зміна зовнішнього поля. І що далі в зв'язку з тим? І що в зв'язку з цим? Ну, а що в зв'язку з цим? От у нас в Росії существує там релігіозний праздник Крещення Христова. На самом деле релігії здесь ні при чому. Це космофізичне явление, которое повторяється кожен год. И, например, в России, в православии, есть такие швенто хщины Пана Иисуса, 19 стычня. Очевидно, этот процесс повторяется все року и не связан зупевне с религией. Вот я уже прописываю около 15 лет, то есть в эту ночь приходится не спать, и прописываю все пики, которые происходят в эту ночь. І в ніч з 18 на 19 стичня змінює зовнішнє поле, і пан записує всі фали, які не спить в тому ніч, очевидно, і записує всі фали, які в тому ніч повстають. З водою, так? Звісно. На воду. Прямо з води. Ні, прямо з води. Пишемо на твердую копію. Записуємо з води, як вода ще заховує, заховання води записано на твердий диск, на твердому копію. Оказывается, нам нерозумним в течение этой ночи показывают
все переходы, которые будут в зеркальном отражении, нас же мучить в течение года. И оказывающе же нам, неразумным, то значит неразумным, показ, сам показаны все змяны, которые бендом, как бы в люстчаном зверчевлению, которые бендом с нами повставать в чонгу наступного року. Это, между прочим, уникальное явление, если задуматься. Оно означает только одно, что Земля и, скорее всего, вся Солнечная система изначально находится под внешним информационным управлением. Ну и то есть уникатов, то есть уникальность. И то показывает тоже наша Земля и целый уклад Солнечный, знайдущий под зевненшним керуванием. Чили, чтобы дуже зрозумів, ході о то, що в чонгу єдної ночі пребіг фал jest jakby skompresowanym przebiegiem całego roku. Tak to można zrozumieć? Сказал, говорит так, что в течение одной ночи, значит, эти волны являются, как бы отражают все, что будет происходить в следующем году. Причем самое интересное, да. Только в течение этой ночи внешнее поле все время за. Оно действительно лечебное. Угу. То значит, найчекавшим есть то, что в чонгу tej nocy, te pole, które wpływa na wodę, ono jest lecznicze. Woda w tej nocy jest lecznicza. Nie случайно to все привязано, у нас же зимнее купание в эту ночь. Nie przypadkowo to związane, w Rosji jest kąpiel, morsy kąpią się i w ogóle mówią 19 stycznia po prostu kąpią się i jeżeli chcesz mieć zdrowie, to musisz zanurzyć się w proryb. И будет здоровый через целое жизнь. И никто же не заболевает. И никто не хорует. А если вдуматься с волновой точки зрения, происходит очень быстрое переключение с прошлого года ритмов на текущий. И если то попасть на фалы, то в чонгу, аккурат в тот день, очень шибко змяна с, ну, с ритмов попреднего року на рок наступный. Очень шибко змяна. Вот сравнить воду разных лет нереально. И если воды, поравнять воды с разных лет, то невозможно. А вот когда у меня накопилось твердых копий, а когда нагромодилось больше, чем 10 лет, мы взяли и сравнили. А корреляция-то этих годовых ритмов год на год есть? И пан ма бардзо в чонгу 10 лет робит бадание. База данных. Так, и записує воды на те копии, кеды копии, тварды копии порównывали, оказалось, что корреляция, есть корреляция, да? Нету. А, нема корреляции. Зупевне разна вода, информация воды. В каком керунку идзе то, до чего то здонжа, бо если нема корреляции, как бы, синхроничной, ну, то, значит, есть какое-то укеренкование. А к чему это все идет? Если нет синхроничной корреляции... А это означает, что при появлении похожих симптомов нормальным врачам надо каждый раз думать, потому что одинаковые этих техники лечения не пройдут. А тут треба лекарям что мыслить, что при, если у пациента появимся такие самые как бы, симптомы, то не можно его лечить так само, как было кедыш. Лекарь каждый рок мусит мыслить. За каждым это, разом, касается, это касается в первую очередь прививок от гриппа. И то дотычи прививок, то дотычи щепения на гриппа. Так. Также щепенки. Потому что вирус гриппа уже адаптировался к изменившимся внешним условиям, вирус, а вакцина... Вирус гриппа адаптовался до змяны зевненчных варунков, а вакцина, а щепенка... А щепенка есть инна, не дотычи этой хоробы. Так. Да они все время будут опаздывать. И щепенка не будет надонжать, попросту... Dobrze, a te pomiary są w jakich jednostkach, jaki system pomiarów jest? A измерение w jakich jedynicach, jaka jest система измерения? Вот здесь отдельная проблема возникает, потому что стало понятно, что когда активируется вода, прописывается образная информация. То есть цікаво, коли активується вода, то записаны информации в постаче взоров. Такие взоровые информации.
Это же у нас единственный орган в организме человека, который от рождения до смерти на 95% состоит из воды. Это мозги. Ага. И единый орган у человека, который на 95% складывается из воды, то есть наш мозг. Угу. И мы же не мыслим амплитудами и частотами. И мы не мыслим амплитудами и частотами. А мы же видим сны, видим только образную информацию. А мы видим сны, видим только информацию в постаче таких образов, в постаче взору. И академик Бехтерева наша тоже, ну просто она под занавес написала. Да никакой не компьютер в нашей мозге, нет там этих ни мыслей, ничего. И академик Бехтерева, который, то есть знаный российский науковец, она на конец своей жизни написала, что у нас мозг то не есть компьютер, там не маниц. Это некий трансформатор образной информации. То есть трансформатор... Откуда берем-то? Опять не задумываемся, а из того же эфира. То есть трансформатор образов, который мы бежим из внешнего информационного поля Земли, за Терру. Вода есть кристаллом. Вода является кристаллом. Нет, вода это очень сложное образование. Теорию структуризации воды написал опять российский профессор Зенин Станислав Валентинович. Вода, то есть бабушка. Мы очень хорошо знакомы, да, и я следил за его работами. Вот ассоциат воды, который несет информацию, состоит из 912 молекул. Вода, то есть бардо скомпликованный систем. И о тем написал российский теж науковец Зенин. И пан его, добре его зна и чита, и вода складающая, сколько молекул? 912. 912 молекул, вода с того складающая. Чили один кластер. Один кластер. Да, и вот такого размера кластера, их видно в микроскоп даже. И такого размера, те кластеры, их навет видать в микроскоп можно забачить. И когда внимательно, ну то есть это вот на контрастных фазовых микроскопах все эти картинки сделали, то это горный рельеф. И на контрастовых микроскопах зробили те всі образи, то есть виглядає як гори, рельєф гори. Але чи те 912 частичок є сполучених якби в структуру таку як кристал чи ні? І 912 цих молекул соєднені в структуру як кристал чи ні? Ні, от це от это подвижная структура. То есть рухомая структура. Вот у меня сейчас, да, вот мы все-таки потихоньку разобрались, на что же мы нарвались и с чем имеем дело. И мы по воле начали еще разбирать, что есть перед нами, с чем мы имеем дочинение. Вот те устройства, которые я делаю, минимальный ритм, который прописывается, это базовый физиологический ритм в 2 часа. Это в жунзене, который я робя, то есть минимальные физиологичные ритмы в 2 часа. Два часа, да. Минимальный физиологический ритм 2 годин. Я думал, что вот медленнее не бывает. А сейчас у меня есть образцы воды и 6 часов, и 7 часов. И мы еще... Абсолютный рекордсмен 12 часов. И мы еще же... То есть не можно барди вольный ритм воды записать, а сейчас указывающий, что вода еще сам меньше ритмы. Есть и 6 годин, и на максимальный 12 годин ритм воды. Вот, и чем длительнее программа, которую запоминают там родники или еще что-то, тем она более лечебна. И им лучший программ, который есть в тех жрудлах, тим лепше та вода має здольність лечнича. Лепше здольність лечнича має та вода. Як ви себе представляєте, що от оттиражировані родники, які за місяць-півтора відмиваються рост четвертої степені? Наприклад, ну, то есть, коли вже все, чоловік говорить, я став півтора-два місяці, нічого подобного. Наприклад, є вода, которая лечит человека с маркостью вантробы, когда уже целковита маркость вантробы, когда лекарь мовил, что несколько месяцев застало жить, а та вода попросту направляет працу вантробы. Угу. Такие ритмы воды. Есть такие жрудла с такими ритмами. И ага, вони... чи натуральна жрудла? Так, натуральна жрудла. И они записаны на, пан записал то на
плытка. Я забыл сказать об одной самой главной вещи. Запомнил. Без чего нельзя, ну невозможно было бы вообще разбираться. Пришлось полностью поменять свое мировоззрение. Ну и запомнил поведеть о одной барзо важной жече, без которой не можно было во всем тем попросту, ну, разобраться в тем же всем, пришлось целковичи изменить свой фетов погляд. Чтобы все-таки программовать софтвер. Конечно, все-таки дедушка Гегель был прав, сознание первично. Дедушка Гегель был прав, то наша сознание, то есть первая материя, то есть на другом месте. Дальше. И то są takie odkrycia związane z badaniami. I teraz co w związku z tym, jakie wynalazki można było wynaleźć dzięki no temu? I вот эти открытия, которые связаны с вашими исследованиями, что вы изобрели, что вы придумали в связи с этим? Я на самом деле ничего дополнительного не придумал. Я просто проверял вещи, на которые я нарывался в литературе. Например, читаешь эзотерическую литературу? Я ніц такого не виналаз. Я тільки попросту справдзав речі, які я бачив і читав в літературі. Наприклад, як читав літературу езотерічну. Самая книга, могу даже прям пальцем указать, которая ну, совершенно фантастический сдвиг в мозгах сделала. Є книжка, на которую мог, о которой могу поведеть, которая мне перепрограммировала мой мозг цілковіче. Это в конце 90-х книга американца Боба Фрисела. В летах 90-х книжка американина Боба Фрисела. В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит. И книжка еще называлась «В той книжке нема ани слова правды, а власне так все еще деет». Не знаю, что на польский язык так книжка предумочена. Она должна быть переведена на все языки и... Выложено в интернете, в общем, нет ну, вопросов. Там книжка можно налечь в интернете, но на вели языков была что-то молчана. Другая книжка. Вот там как раз я первый раз просто увидел само понятие меркабы. Меркаба, поле света. И в той книжке первый раз забачил слово меркаба. Меркаба – то поле светла. И идеологию там цветка жизни и распределение по музыкальным октавам. Ідеологія квятка життя і розпрошення в двох октав музичних. Так, квятку життя. Друнвало Мельхіседек. Друнвало Мельхіседек. Ну, да. Это ровно об этом. Ну, я как арифметик взял и посчитал на коленке. А можно ли формально сделать меркабу? И як математик, очевидно, полічив, чи можна зробити меркабу? Сделал. Зробил. С чего? С меди? Нет. Во-первых, использовалась идеология Теслы. Была выкористана идеология Теслы. А катушки Теслы делались из оптического волокна. А те катушки, я не знаю, Теслы робились из окна. Цевки? Так, цевки. Были сделаны из окна оптичного. И прям точно собиралась октава. И сбиралась октава. Звук на... То есть, нет, не звук. Нет. Была с волокна, он говорит. Звук на это волокно. А, оптоволокно, да. Так. Але там не будет поля магнитного. Там не будет поля магнитного. Поэтому использовалось оптическое волокно, чтобы движущим были фотоны, которые летят вокруг. И в Кыргызстане было оптичное окно, чтобы элементом, который делаем, были фотоны, которые доколо, фотоны светла, которые доколо шенчи и сам. И самое интересное, почему-то никто до сих пор не стал разбираться, а что происходит, когда одинаковое количество витков наматывают катушки Теслы навстречу друг другу? И никто не задал еще себе питанием, и никто, что еще делает, когда одинаковые, это витки, как... Цевки, сплоты. Сплоты, которые наматаны на том цевке в одном и в другом стороне. Часть в одном стороне, а часть зупевне в противном стороне. Что еще делает, когда так те вукна намотаны? С точки зрения электромагнитных волн,
Макселовский там полностью компенсируется, но остаются другие. С пункту видения вонтов фалы Максвелла цалковича компенсуемся, але сом еще инны фалы. И вот самое интересное, оказалось, что вот эти другие порождают прямоугольную систему сил. И оказалось, что это инны фалы, родзом с них повстає система, простоконтна система сил. Czyli tak jak mamy cewkę bifilarną, bifilar coil. Tak jak u nas katuszka bifilarna, ja nie znam. No dwojna, jedna сюда, druga na wstrzeć. Tak, jakby to była miedź, to by tam było pole magnetyczne, przeciwne sobie nawzajem. Tak, вот одно направление идет вдоль оси, на которую наматывают, а второе перпендикулярно там, где концы. Заканчиваются посередине между концами. Один керунок идёт... Абсолютно одинаковые составляющие, туда и туда. Один керунок идёт вдвуж этой цевки, а другий керунок фал... Просто падает. Просто падает, так. И вот как, как только стало понятно, что это прямоугольная система сил, быстро стало понятно, что сделать, чтобы вот собрать октаву и воспроизвести конструкцию Меркаба. І коли зрозуміли, що то є сили діляє простоконтні, коли зрозуміли, то попросту дуже просто було зібрати конструкцію цієї Меркаби, зробити конструкцію Меркаби. Тобто резонатор, в якому зараз організуються спини магнітних диполів, в чистому виді формальний Меркаб. Резонатор, який я того не потрапив, що то бачить. Ваше пан. I co, jakie efekty były? Czyli zrobił pan tą Merkabę? Zrobił Merkabę i jakie efekty były? No, пришлось понять, na jakie materiały można przenosić informację. Ведь в организме человека никакого железа ничего нет. А воспринимаем все эти волны спокойно. І треба було зрозуміти, як приносити там інформацію, бо у чоловіка в організмі жодного железа немає, але ми те фали обираємо. Як то зробити? А оказалось, що в міліметровому діапазоні волн правила гри різко міняються. І оказалось, що якщо фали є міліметровий розмір, то правила гри зміняються, все ще змінюється. Магнетики становяться діамагнетиками і наоборот. Магнетики стаємося демагнетиками і наоборот. Не вірю, чи правильно говорю. Демагнетиками. Так. Да, поэтому вот свойства магнітних матеріалів, просто вони їх проявляють. Дерев'яшки, растіння. Главним нашим інформаційним механізмом в організмі є костна система. Главним нашим інформаційним механізмом в нашому організмі є уклад костний. І що? И вот я забыл сказать, что в крещенской воде есть еще одна составляющая, которая удивительная. Когда ритмы прошлого года готовятся перейти к новому. И запомнил поведеть еще один очень интересный вещь. В той воде между 18 и 19 стычня, когда ритмы предыдущего года приготовимся до перехода на ритмы нового года. Ровно за час до перехода, за годину перед перехода, а по декретному времени, по московскому времени, это происходит ровно в 12 ночи, вот по-современному. Według часу московского, то все дея ровно о 12 в ночи. Вот это разнейший час. Так вот, с 11 до 12 ночи 18 числа. 18 стычня, от 11 до 12 в ночи. Мы отбираем уже больше 10 лет, всегда ровно 6 пиков. Мы справзамы то лишь венцы не тихо. 6 образцов воды. Завше 6 тих гурных таких щитов. Так, 6 взустов воды. Когда поляризация воды вывернута наизнанку. Кеды поляризация... Вот ее в русских народных сказках как раз и называли мертвой. Кеды поляризация воды отфруционы в другом стороне. И в таких байках российских там воды называли мертва вода. На самом деле...
с волновой точки зрения, это удивительная картина. Я просто как вот механик, мы же и гидромеханику изучали. На год вот эти 6 образцов воды, когда я их в один собираю и делаю комплексный, именно этот образец останавливает все колебания в любой водной среде в течение года. I co dziwnie, bo tyle lat już bada to, że te wszystkie fale, które są przed 19, odwrócone, to oni hamują wszystkie zmiany wody w ciągu następnego roku. Czy ja dobrze przetłumaczyła? I получается. Wszystko przed przejściem na nowy rok, te wszystkie... Te wszystkie drgania wody potrafią zatrzymać częstotliwość drgań w przyszłym struktur wodnych w przyszłym roku. Trochę tu nie pasuje. No bo te drgania to są w danym momencie. No to nie może to zatrzymać czegoś, co będzie potem. To właśnie to jest... Вот тем не менее, вот эти вот 6 образцов, когда их в один собираем, они в течение года работают идеально. 6 wzorców wody, które zbierają razem, zapisują na jeden nośnik, to oni na przyszły rok idealnie pasują. To znaczy te zmiany, które częstotliwości wody, jeszcze raz, te zmiany częstotliwości wody, które, no ja, żeby wytłumaczyć jak to jest, na przykład te zmiany częstotliwości wody, które będą w 2018 roku, przez cały rok, tak. Te piki i spady, to tak samo przed między 11 a 12 w nocy takie same zmiany, tylko jakby odzwierciedlone. I one hamują te zmiany wody w ciągu następnego roku. Dobra. Tak chyba tak ja, czy dobrze wytłumaczyłam. Gdzie taka woda используется? I gdzie taką wodę można wykorzystać? Вот если человек начинает заболевать, не знаю чем. I jeżeli człowiek na przykład pierwszy zaczyna chorować, первые ознаки хоробы появляются. Он еще не вид чем. У меня и дети это делают, и жена. И... Ну, в общем, уже всех научили. И с интервалом в 2 часа можно по стакану воды мертвые принимать. Что происходит? Минут на 15 тонкий план человека исчезает. И я всех научил у себя в дому, и жена, и дети, что co 2 часа пить ту воду, которая структуризована власти на тем, что в ciągu то поле человека, субтильное поле, оно в первом моменте как бы зника, исчезает. Да, а минут через 15 по новой все перезапускается. Чем? Кем? До костной системы. А за 15, по 15 минутах все как бы снова... To pole zaczyna działać i kto wpływa na to? To nasz układ kostny. To, co czyli mówiło. To jest taki reset. Tak, następuje reset. W czystym widzie reset, da? Tak, w czystym. Перезапуск. Reset. I несколько раз это повторив, никакой вирус, никакая зараза не выдержит. Они-то все беспозвоночные. I jeżeli kilka razy to powtórzyć, człowiek kilka razy będzie pić tą wodę, to po prostu żaden wirus, żadny mikroorganizm nie wytrzyma, bo one nie mają kręgosłupa. Dobrze, czyli jeszcze raz, w jaki sposób taką wodę zrobić? A jak taką wodę można zrobić? Tylko odebrać естественным образом. Приходится сидеть и очень внимательно следить. Tylko по... Когда возникает этот пик, быстренько отобрали, вот это вот может подождать там час, два, три, когда там время появляется, потому что там все-таки пауза приличная, раз, сразу твердую копию делаем, на утро делаем комплексную. Только справзание этой воды, właśnie między 11 a 12 в ночи, когда появляемся этой вчиты воды, вtedy szybciutko та вода записывается на копию твердом, ну и później на рано już robi się urządzenie. Вот в этом году было, ну, разумное, 14 переходов за ночь вот живой воды. В том году было 14 прыщ, было записано в ciągu ночи. То есть в среднем будет длительность по действию внешнего поля, в среднем. Оно может плюс-минус недели гулять. В среднем около 3 недель. Делание внешнего поля, ну, плюс-минус одну неделю, да? Да. Один тыдень.
Czyli to jest technologia, którą pan robi, ale to człowiek w domu nie może sobie tego zrobić. Mhm. Tak. To jest technologia, którą wy делаете. Ну а на чем они смогут оттиражировать-то? На чем они могут? И если воду собирать, чтобы она комплексная была, бассейн надо наполнять всю ночь. Ага. И как собирать воду, чтобы она была комплексова, то треба целый бассейн этой воды через целую ночь наполнить. Да, он не будет плесневать, он будет весь год стоять, но... И та вода не будет, в нем ниц не будет сидеть, она не будет еще псула, она будет целый рок стать, але, ну, попросту, человек не, сам не встанет его сделать. А сделав твердую копию, на трубу положили, с которой наливаете, и наливаете хоть каждый день. А если было, если та вода была записана на твердом копии, то можно в том твердом копии положить на руры, которые, с которой вплыне вода, например. И целый час маме набежать. И целый час маме воды. Конечно. Добре, а... Точно так же душ можно принимать и прочие дела. И так само можно прышниц с том твердым копием робить. То вода будет структуризована власне. А такие... Płytki, z czego są wykonane? A эти пластины, из чего они сделаны? А там по уголкам и в центре, ну, непростая конструкция, многослойная, из простенького магнитного винила, и там... предварительно заряженного меркаби. И там, ну, с винилу, так, а просто копия с винилу, которая, я бы, заладована в меркабе. Пластиковая. Пластиковая. Я может быть, только... Ну, магнитный винил, это не просто винил. Не просто винил, а магнитовый винил, магнитный. Так что, выглядит, так, а так, а тут... А это вот внутри то, что лежит внутри этой коробочки. То, что лежит вовнутрь этого упакования, то есть, власне, так выглядит, там дюречки, в środку дюрка и по боках тоже такие дырочки. Это принципиально наличие этих дырочек, потому что резонанс возрастает раз в 4. То есть, повинны быть эти дюречки, бо резонанс возрастает в 4 раза. Угу. И то есть, так можно бы это назвать программатором воды. И это можно назвать программатор воды, да? Вот это, нет, вот это уже... Да. Программатор воды, да, любой водной среды. Это не обязательно вода, это может быть водка, это может быть кровь, лимфа, что надо. Программатор воды, и каждого плыни, каждой субстанции плыни, то может быть не только вода, то может быть водка, то может быть плыни устроевые, то может быть кровь. И те плитки дотычат разных дедин жизни, так? И эти пластины касаются разных, разные совершенно эти плитки, пластины. Совершенно разные. И тех пластин, которые касаются чистой физиологии, совсем немного. И те плитки, которые дотычат только физиологии человека, их не так дуже. Потому что оказалось огромное количество информационных проблем взаимоотношений людей. Кто-то на кого-то нападает, зомбирует, там еще ерундой какой-то люди занимаются. Эмоции распадаются, надо как-то восстанавливать. Оказалось, что же очень много проблем человека есть, ну, как я говорю, психосоматичные проблемы, проблемы эмоциональные, когда кто-то на кого-то эмоционально впливает, и то тоже может вплинуть на здоровье человека. Есть пластины, которые способствуют вынашиванию здорового ребенка. Сом плитки, которые поводуют, чтобы чонжа пробегала правильно, чтобы детско родилось еще здорово. Для растений и животных отдельно сделано. Сом плитки, которые сделаны специально для рослин и для звежонт. Ну, в общем, практически на все случаи жизни. Сом плитки на все, ну, припадки в житёве. А, например, такие духовные справы, как какие-то... уроки, чи якісь бити, чи таке щось кажеш? Ну, власне, я зараз не притлумачила. Ага. Так, власне, на те впливи, то, що я мовила, на впливи єдних людей на другі, на, власне, уроки, на такі... Чемне моце. На чемне моце, так. На, власне, на зглази, порчі, я сказала. Ну, да, так. Це от отдельно прийшлось зробити цілий серіал. Ага. Цілом серія, треба було то зробити цілом серія на те всі речі. Потому что причины бывают самые разные. Причины хороб бывают разные. Добре, а, например, что-то такое, как рак.
Czy można taką płytką raka wyleczyć? Mhm. A na przykład taka przyczyna jak rak, można rak wyleczyć przy pomocy tej płytki? Ну, очень много у нас народу, у которых опухоль была и не стала. Мама дуже таких прикладов и люди, у которых были гузы и пропали. Но я подчеркиваю, все эти устройства делались как профилактические, то есть для тех, кто еще не заболел. Але я хочу подкреслить, что все эти устройства были створены как профилактика для тех, которые еще не захворевали. Если человек уже попал в ситуацию, что у него начинает разваливаться органика, все равно надо делать комплексную диагностику, а ее одной такой универсальной не бывает. И если человек, у которого тело целковечище распада, то треба робить, очевидно, диагностику комплексовым, потому что не бывает одной причины. Потому что, да, можно использовать только КФСки, но не надо пренебрегать наработанным опытом врачей. Можно використать, очевидно, КФСы, але не треба резигновать с того, с досвідчення лекаря. Вот что гарантированно сделают КФСки? После использования любых химических препаратов они могут очень сильно нивелировать последствия негативные. Что гарантированно могут сделать корректоры? По использованию каждых химических препаратов они могут усунуть те негативные скутки działania. Вот сколько у нас народу там руки и ноги не ломало, как только начинают использовать КФСки, я не знаю ни одной ситуации, чтобы срослось не так. Или у нас люди имели сломанные ренцы альбо ноги, и я не знам жадного, ну не знам такие ситуации, такого припадку, когда люди, которые выкожестали КФС, чтобы у них все не так было, просто взросло еще не так. Чем 100% скутечность? Так, 100% скутечность, власне, взломание. Ну, полно прецедентов, ну, есть совсем такие интересные вещи. Обширный инфаркт у человека, и быстро, в течение буквально двух дней, там жена человека звонит, говорит, ой, что делать? Даем КФС-ку, которая там для сердца. Я говорю, вот сидишь в реанимации, и все капельницы, которые будут капать, чтобы были структурированы. И был такой припадок, например, жена одного знакомого звонит, что был очень разлеглый завал. И дал корректор КФСК, повідомив, що всі кроплювки, які будуть закрапляні на інтенсивній терапії, там треба структуризувати на тій плечі. Проверяю через 4-5 місяців на предмет комісовий чоловік, він офіцер просто, или ні, говорить, ЕКГ смотрит, любимий ученик Чазова, це кардіолог. Говорит, а что, нормально, служи, у тебя все хорошо. И такого человека, например, припадок войскового, и по 4 месяцах его справдзаем, чи он может далее быть, выполнять свой завод, далее быть войсковым, справдзаем, и мы же нет, все в порядке. По 4 месяцах... Он говорит, давай. Почитай анамнез, то он начинает читать. Да ладно. И он говорит, что почитать анамнез, он зачитает, то есть немужливо, то не... Он еще раз ЭКГ смотрит. Еще раз падше электрокардиограмму. Он начинает выяснять, что ищешь-то? Если был инфаркт, должен быть рубец. А у тебя сигналов об этом нет, то есть рубца нет. А он говорит же, если был завал, то повинен быть близна. А тут и нема близна, нема сигналов о ближне. То есть абсолютно коррекция регенерации ткани. То же самое касается инсультов. Столько народу очень быстро вернули. Нормальний мір. Цілковита коректа тканки. І то само дотичить ще вливів і ударів, бо тиле люди було вилічено. Скільки народу із коми вивели дистанційно? Багато дуже особ було випроваджено з кома. За шпіончки. За шпіончки. На відлегость. На відлегость, так. Чи то діло на відлегость? Це діє на розстоянні? Да, це все прекрасно работает дистанционно, як любой экстрасенс. Положите клочок волос человека, с которым беседу вести, и все. Так, все это делает дистанционно, как экстрасенс это делает. Попросту на том плитке положить волосы этой особы, и попросту будет вплыв. Где бы человек ни находился. Где бы этот человек... Хоть на другом конце земли. Не знайдувался, даже на ином конце земли, куле земский.
Dobrze, a czy robił Pan jakieś doświadczenia, albo ma Pan wiedzę na temat wpływu telefonów komórkowych na mózg? Jak ktoś делали ли вы какие-нибудь исследования, касающиеся влияния сотовых телефонов на мозг? Конечно. И как это есть? Как это? Ну, мы очень просто, мы смотрели на агрегацию эритроцитов в крови. Подшили как эритроциты в крови себе заховывали? Вот, если, вот если телефон не защищен? Если комурка не маохроны? Две минуты разговора по телефону. Две минуты разговора через телефон. И совершенно объективная стрессовая реакция организма. И реакция стрессовая, организм впадает в реакцию стресса. То есть, если смотреть под микроскопом состояние крови, то там эритроциты в столбике начинают слипаться, они не выполняют свои функции. Если смотреть под микроскоп, как заховываем эритроциты, то они начинают залепять в слупки и не выполняют свои функции. По двух минутах разговора через комурку. Угу. При голове? Так. Да. Угу. Ну и, соответственно, это не очень простая задача, а какие темы отбирать именно для защиты от сотовых телефонов. Я, кстати, могу показать, у меня на телефоне такая штука есть. Угу. Ну и то есть, покажите. Маленькая наклеечка. То есть малютка налепка на телефон. Единственное неудобство, что приходится почаще подзаряжать, это к вопросу о том, а совершают эти поля работу или нет. Ага. Совершают еще какую? Угу. Ну, часто попросту справдзам, чи то, то дзяла. Угу. Дзяла. Czyli jeżeli się rozmawia przez telefon z czymś takim, to wtedy się te erytrocyty nie ustawiają tak. Да, и это непростая задача, потому что по-хорошему под 22 динамических стереотипа людей. И то есть не звыклое задание, бо есть 22 динамичных, ну, люди, 22 динамичных типа людей есть. Так. Ну, залезьте в интернет и почитайте календарь друидов. Можно, например, в интернете почитать о календаже друидов. Наши химики проверяли, действительно колебательная структура каждого из этих динамических стереотипов соответствует тем деревьям, которые там. И химики справдзали, и очевидно, что дергание, частотливость дергания этих людей отповедают календажу друидов, тем древам, которые сом в тем календаже. Так, и там сон 22 типы в календаже. Так, 22 типа в календаре, да? Да. Так, и направда та частотливость отповедает этому календажу. По-хорошему, надо подбирать под каждый динамический стереотип, но есть темы, которые такие, знаете, как общечеловеческие. И очевидно, треба добирать под каждый стереотип человека, але сон тематы, которые дотычем огульне целого. Целой людскости. Чили, так и уже вот были. Здесь вот прописан набор космоэнергетических каналов тут их записаны, для расширения сознания. Тут их записаны программы космоэнергетичные, которые расширяют сознание человека. В том до телефона? Так, в том до телефона. Но это одно устройство, или 22? Это одно приспособление или 22 там записано? Нет, одно. Едно. Нет, я вот этих вот защитки делал двух видов. Вот за на развитие и действительно защитные, потому что есть комплекс тем вот, защитных женских оберегов, мужских оберегов. Охрана на телефон с двух типов робил. Есть охрана специальная и есть на розовую свядомость. И теж охрани не на телефон, а сам спеціальні охрани для кобіти, для мужчин. Тож талізмани такі. Як швидко можна перевірити, підходить чоловіку чи ні? Ну, є такі от техніки, кінезіологічний тест. Як швидко можна справдити, чи пасує то до чоловіка? То є тест кінезіологічний, так. А, наприклад, коли хтось мешкає в блоку і всі сусіди мають Wi-Fi, а если кто-то... На роутер прям можно повесить и все, и забыть про все эти левые излучения. Так, если кто-то мешка в блоку, так, можно положить что на роутер и запомнить о всех тех променеваниях, которые есть доколо. Але положить КТС. Соседи еще мают. Так, а соседи, если у соседей? Ну, на них не дотянется. То есть на какой положите, вот тот и будет преобразован.
Dobrze, może troszeczkę zmieńmy temat. Grebiennikow. Co pan wie o Grebiennikowie i o jego... Виктор Степанович Гребенников, конечно, внимательно изучали, что он сделал там, как сделана платформа. Абсолютно на тех же физических принципах, только он использовал там, ну, крылышки бабочек в качестве инструментария, создающего эти потоки. А платформа Гребенникова сделана на тех самых засадах, что КФС, которые... теж, ну, подобні засади, які створюють струміння енергетичне. По причині того, що він використовував природні носителі. Він використовував жонзення природне, природи, натуральне. Там субміліметровий діапазон всіх органічних структур, тому там резонанс і усилення може бути на порядки більше. І там є ну, теж мені тяжко, то субміліметрове... Ну, багато мікроскопійної структури. Мікроскопійної структури. Да. Угу. І чи вони вивоюють антигравітацію, впливають на гравітацію, чи як то діла в ogóle? Які вони... сон права фізики? І вони впливають на гравітацію, як це діє? Які права фізики? В фізики це називається... Продольные электромагнитные волны и скалярные составляющие магнитного поля. В физике это вообще называется подвижные фалы электромагнитичные и скалярный складник поля электромагнитичного. Самое интересное, если вы попытаетесь найти какую-то информацию, а что это такое? Найчекавше же, если спробовать знать информацию, что то есть? Ничего не найдете. Литература техническая, что это такое? Нет. Среди электродинамиков до сих пор идут бойни. Литературы нема такой, и вслед электродинамиков до той поры идут валки. Наличие продольных электромагнитных волн в Германии. Чи існіє подвижний фал електромагнітичний, наприклад? Доказувалось в судебному порядку. В Німчах. В Штатах в судебному порядку. В Сонді. Станах Зєдночених теж було удоводнення в сонді. Же, чи не мусив бути процес сондовий, щоб ствердити, чи то існує, чи ні? Так. Власне, так, то спосіб. Чому? Тому що на цих принципах во всіх странах, в першу чергу воєнні, намагаються робити так називаємо нелітальне оружие. Для чого? Бо в кожному краю на тих, власне, на тим пробують зробити броню. Називану броню незабійчу, несмерченощу. Так, броню несмерченощу, так, власне, в той спосіб. Многие исследователи в прежние времена на эти явления нарывались. И к случаю Гурвича в прошлом веке. Вілю бадавців відкривали те засади. Так. Наприклад, в попереднім веку Гурвич, так? Да. Гурвич. Последний здесь цикл статей был в лазер-информе по поводу того, что в лазерном излучении любых бытовых лазеров присутствует еще какая-то составляющая, ее обозвали пси-квантовое излучение. Остатньо теж було так написано, і навіть обозвали псі-квантове промінювання, яке повстає в тих жонзеннях домових. У которых просто никто не верит, что додатковые какие-то фалы, которые это уже домовые променюют, и назвали псиквантовое променювание. На самом деле это вот та самая вторая составляющая продольных электромагнитных волн, которые распространяются совсем не так, как поперечные. Они не по прямой летят. І, а так направде, то те саме, друга фаза тих подвижних фал, які розповсюджуються інакше, попросту, як щось інше. В інший спосіб є їх пропагація. Так. Ну, там експеримент ставили, ну, кафедра біофізики Московського фізико-технічного інституту проводила там же в 90-е роки і результати виложила. Вони робили такий експеримент. Лазером світили, а поставили здесь екран, заповнений жидкою ртутью. Ідеальний екран. На катедре там Москевского какого института? Физико-технического института сделано было бадание, поставили экран, заполненный ртутью.
А за ним поставили пробирку с водой, посмотреть, как там. А за тем поставили пробувку с водой. Мы забачим, как бортанчик рануя. Как будто не было этого экрана. И оказывающе же, этого экрана нема. Попросту на воду был... Поперечные-то волны точно ртуть остановят? А, попречные фалы ртень зачимует. А эти нет. А, это, а это означает, что они по другим законам распространяются. А то... Самое интересное, что продольные волны ищут ближайшую водную среду. А то означает, что они распространяются в виду иных прав. То ще означає, що те подужні фали шукають перший, найближчого водного середовиська. Угу. То в який спосіб такі фали, в який спосіб творити надайник і відбірник такий фал? Які уклади резонансові? Каким образом создавать излучатель і прийомник цих волн? Как робить резонанс? Как резонанс? Это долгая история. Это долгая история. Я знаю только одного человека, который, занимаясь этой проблематикой 40 лет. Знам только одного человека, который бадает уже 40 лет. Который научился делать и детекторы, и излучатели продольных волн. Который научился робить и... надайники и отбёрники тех продольных фал. И придумал преобразователь продольных в поперечные. И вымышлял трансформатор, шатворник этих подужных в поперечные фалы. Самое интересное, действующим началом в этом преобразователе – вода. И делаемцем, как бы дело в этом трансформаторе, уже то есть вода. Почему я говорю, почему я так уверенно говорю про продольные электромагнитные волны? Ровно этого человека, когда собрал резонатор, на котором сейчас все заряжается. И для чего я так мовлю о тих фалах подвижных и поперечных с таком певностью, что когда человек створил этот резонатор? Нашли чувствительный осциллограф. Знали осциллограф, так и чулый. Он буквально там... пару часиков пошаманил, повесил датчик с водой в центр резонатора, и мы на осциллографе в переводе на поперечные волны увидели все ритмы внешнего поля. И когда он трошечка так пошаманил, я бы не знаю, какие дела, и позже забачили на осциллографе те все фалы поперечные, которые идут с поля зовнешнего. Czyli coś do środka przeniknęło, jakby teleportowało się, tak? Informacja. Tak, informacja jakby... Nie, to всего-навсего поднесущая информация, которая сыпется с внешнего поля. Ее для того, чтобы переписывать, надо еще было научиться вычленять, дифференцировать. Информация, которая идет до нас с поля зевненчного, чтобы записать, чтобы попросту уметь что разделить, чтобы то записать, что там информация. Вот что такое космоэнергетика? Это же невидимые каналы. Что они это... всегда есть, но их надо правильно направить в резонатор. То, что значит космоэнергетика? Космоэнергетика, то есть в России о том очень дуже знаем. То есть энергия, которая чонгле идет до нас, але мы ее треба вычленить, как бы вы... Сканализовать. Так, и накировать... Правильно накировать, ну, я прошу меня. Значит, так. Так, тяжко мне тут попасть. Доброе. Ну, то сейчас такое питание магичное. Как творить энергию такую для системы домового? Есть такое хасло, как free energy. Как это сделать? Как создать энергию для домашнего пользования? Есть такой фактор, как free energy. Вот это, вот это в чистом виде. То и слаще не для того снимка, это КФС. Это в некотором смысле генератор второго рода. То есть генератор другого, другого рода? Как? Он энергию не внутри содержит, как все остальные, а берет снаружи. Он бежит энергии не как иный генератор, же, не твожи, а бежит зернуч. Добре, и на приклад. Эти устройства работают как элемент открытой системы. Это урządzenie працует как элемент системы отвертого. Добре, ну то питание. Как сделать пронт электричный?
А, теперь вопрос, как сделать электрическую энергию? Следующий подход к снаряду, потому что, вот знаете, чего Тесла больше всего боялся? Чего Тесла наибарджи боялся? Вот он на самом деле четко понимал, как усиливать эти, а это он точно радиантные составляющие, которые он обзывал, вот они продольные электромагнитные волны. Он разумел, как то взвеньшать и попросту... Это ж не чешка. Он разумел. Ну, чешка мне... Некоторые уже чем мне чешка. Не, ну, в общем, он понимал, как силовую часть сделать. Он разумел, как сделать часть силовом моце. Но он панически боялся вирусов, потому что у него руки не дошли до того, а как они устроены. И он бардзо моцно боялся вирусов, бо он не разумел, как вирусы створены. А чи вирусы в сенсі такі малюткі створонка? Вірус, ну, да. Так, що таке вірус? Це недоділена ДНК. Тобто там присутствує двойна спиралька, але недоділена. От вони поэтому легко встраиваються. Що то є вірус? То є не створено до кінця ДНК. То є частина ДНК. І для того віруси дуже легко вписуємося в наше ДНК. Добре, але... Co ma jedno z drugim wspólnego? Mówimy o prądzie. A co jest общего z tym? My сейчас говорим о электричестве, о токе. Bo Tesla... Принцип тот же, который он использовал. Ведь у нас оптический резонатор в каждой клетке, двойная спираль ДНК. Засада така сама, которую Tesla використовував. Бо в каждой комурце у нас є подвойна хеліса ДНК. Так. Ну і... Ну и мамы цевка Тесли, заушмы. И у нас есть катушка Тесла. Вообще, дальше серьезная техническая задача, а как с помощью этих устройств, ну, из волновых колебаний, действительно переделывать их вот в поперечные волны, чтобы лампочки горели. Ну, это задача. Ну, есть техническая задача. Техничная. Как сделать те дрогания, чтобы переробить так, чтобы те жаровки начинали? Это что же Тесла придумал, то переменный ток? Тесла вымышлил. Как это сделать? Добре, але что он вымышлил? А что ты... Пока не занимался. Он тем еще не займовал. Он тем еще не займовал. Добре. Тут главная боль была разобраться в полевой структуре вирусов, паразитов. Оказалось, что она принципиально другая, нежели здоровые клетки. Тут наиважнейшим было попросту сбадать поле, фаловое поле вирусов, пассажитов. И оказалось, что то есть зупевне иное поле, ниже комурок живых. Не надо бегать за ними, за каждым. Там пытаться кого-то там конкретно развалить, убить. Надо создать полевую структуру, характерную для здоровой клетки. И тогда они в ней не живут. И не треба латать и пробовать забить какого-то сокращенного пассажита альбо вируса. Треба просто створить для живой комурки охранную структуру, охранное поле, в которой те вирусы и пассажиты не живут. И бактерии. Взорец здоровой комурки. Так, взорец здоровой комурки створить. Так. И вот. Они попросту сами отходят. Люди, которые вот аккуратно начинают использовать структурированную воду, неважно, какой набор там этих КФС у них есть. Люди, которые начинают выкористовать воду. Через полгода перестают болеть. Неважно, какие КФС у них сон. По полуроку перестают хоровать. Czyli без взгляду на то, чи хтось ма одно таке, чи кілька спеціалістичних. І не смотря на то, що які у чоловіка є КФСки, одні... Ні, ну на самом деле важно. Всегда надо начинать с самых примитивных, потому что нас одолевают паразиты, он лямбли. Как их не уничтожай, пошел вон с грядки сорвал клубничку, опять загнал. Ну, очевидно, треба розпочинати від підставових, від найпростіших уряджень, бо пасажити нас до... у нас у всіх є. І, наприклад, лямблі, якщо ми їх нищимо, то вистачить чоловік пуджі, наприклад, трускавка зерві з'є і вже знов вони сон, ті лямблі. Так що чомле треба створювати такі, для них таке шодовіско, щоб вони не множилися, щоб вони... А які сон серії? А какие серии существуют этих пластин? Ну, 10 лет назад начинали с самого простого, с неких аналогов таблеток, только информационных.
10 lat temu zaczynali od najprostszych korektorów, które były analogami tabletek, tylko informacyjnych tabletek. Я понимал, что, в общем, не надо людей пугать. Я разумел, что не вольно страшить людей. И понимал, что на информационном уровне можно смешать намного быстрее и проще различного рода информацию, нежели на химическом уровне. И разумел, что на поземе информационном, ружном информации бардзо латво скомпоновать, ниж на поземе физическом. Наприклад, якщо ході у зіла, змішать зіла на поземі фізичному чи інформацію так зіла. І ту інформацію запрограмувати вода. Так, так. Ну, звісно, да. І ту інформацію. Тому що от перша серія синя, ну що це таке? Назвали її там першу саму КФС-ку антипаразитарна. Ну, наприклад, першу плитку небескі серії назвали антипасожитніча. А коли Зенін перевіряв її, написав: очень гармоничная информация, соответствующая лучшим образцам родниковой воды. А когда науковец Зенин справдзал том плитке, он написал бардзо схармонизованную информацию, которая отповяда наилепшим взорцам воды жрудляной. Ну это правда, потому что все эти паразиты не могут жить в такой воде. Ну это правда, что те пасожиты, они не могут мыслить и жить в такой воде. Porównując z homeopatią, homeopatia to też jest pewnego rodzaju medycyna wibracyjna, gdzie jest pewien wzorzec. A porównując z gomeopatią, gomeopatia to też informacyjna medycyna, jest też obrazec. Совершенно верно, только есть один нюанс. Здесь пришлось решать сложную техническую проблему удержания информации, чего не может делать гомеопатия. Oczywiście to jest prawda, ale tutaj trzeba było rozwiązać bardzo skomplikowany problem, to utrzymanie tej informacji, czego homeopatia nie może zrobić. Czyli tutaj to się nie zużywa. Tak. Вот рядом с этими устройствами любое гомеопатическое средство держать нельзя, потому что вот это переделает мгновенно вот эти все шарики гомеопатические под себя. Po prostu wszystkich tą homeopatię obok tych urządzeń trzymać, lepiej nie trzymać, bo informacja od razu na tych kulkach homeopatycznych przepisze się, bo to jakby przerobię zgodnie z tymi wibracjami. Tak, programuje. Da. Następuje przeprogramowanie homeopatii. No nie na obrót. Ale nie na odwrót. Czyli to jest też korzystne. Tak. To dobrze, że... Вот здесь сделано так, и я патентовал, собственно, технику сборки. И та техника сборки была опатентована, и то есть так сделано. Чтобы невозможно было стереть информацию. Здесь абсолютная защита от дурака. Uh-huh. Я не знаю, как изменить информацию в собранной КФС. То есть невозможно изменить информацию в том корректоре, который уже сделан. То есть сделано специально для глупца, чтобы никто не потрафил это изменить. Потому что желающих, а я сейчас сюда допишу, еще что-то. Когда собрано, все это отдельно живет своей отдельной взятой жизнью. Бо появились такие, ну, бал все, это уже появились такие люди, которые, а я тут и что-то допишу, а что-то тут и додатково сделаю. То есть неможливо. Змяна информации, которая записана на коррект, уже не можно изменить там информацию. А как бы мы это промениование, как бы мы это поровняли с промениванием чеков водных. А если бы мы сравнили это с геопатогенным излучением? Да, оно работает с геопатогенным излучением. Отдельный разговор, конечно, вот так называемая сетка Хартмана того же. То працует. Мы наблюдали, как она разваливалась после 2008 года. С теми чеками водными и сетком Хартмана и обсервовали, как та сітка Хартмана, вона розпадлася по 2008 року. Але в яким проміню від того? От коли кладеться, ну, коли вона ще була, в узел клали, восстанавливалась нормальная структура поля вокруг КФС-ки, ну, на сотні метрів, якщо не на кілометр, тому що ну лень було йти до краю. Kiedy jeszcze istniała siatka Hartmana, to korektor klali na węzeł tej siatki Hartmana i na wielu metrów po prostu to było odbudowane pole normalne, fizjologiczne. No nie sprawdzali, bo daleko było iść.
bardzo dobrze działała. No. I прямо на глазах за 3-4 года она же была сначала там, ну, порядка 2 метров. И та сетка Хартмана была еще размером 2 метра. Потом сразу на глазах удвоилась, потом еще удвоилась, потом пришлось искать, а где края. То есть она уже там превращалась в непонятно во что, там сотни метров между краями было, а потом совсем исчезла. Позже та сетка Хартмана была подвоена, позже еще подвоена, а позже совсем зникнула. Так же нема сетки Хартмана. Сейчас это променювание. Сейчас я иногда так ходишь, смотришь, нет. Часами так ходишь, обсервуешь, нема ты сетки Хартмана от 2008 года. В некоторых местах на Земле есть места моци. В некоторых местах на Земле есть место силы. Вот с разломами это вряд ли справится. Ну, с месяцами, власне, тыми чеками водными, альбо с месяцами как бы разломов земли, ну, то попросту не будет давать рады. В тех местах моц. Але я говорю о позитивных местах. Ага. Он говорит о позитивных местах силы. Ну, там же а вот я оттуда как раз и переписывал информацию. С многих позитивных мест. З вели позитивних місць інформації було записане. Чи в такій одній плитці є інформація з вели місць моці. Да, і опять через воду, да. По одній пластинці інформація, наприклад, пластина «Успіх», це откуда було записано. Ой, я вже, от тут зараз, якщо вспоминать, що там понаписано, там комбінація Аркаїма і місць сили, цих дольменів. Записывать, что записано на той зеленой плитке, например, плитка «Сукцес», то есть «Ченч фалз Аркаиму», такие места моции в Росии, и «Дольмены». Дольмены. Кстати, «Дольмены», вот что бы ни говорили, это предки, кто вот это делал, они нам просто в назидание оставили, это генераторы продольных волн, и ничто иное, причем они все «Дольмены» стоят на разломах. И все «Дольмены», которые были сделаны, то, что нам заставили там те наші пшоткові, то власні генератори продовжних фал. І вони стоять на таких розломах в землі, щоб то усунути. Ну то таке питання. Якщо якесь місце моці зostało цілово ушкоджене, так як, наприклад, на Вавелу чакрам понад został ушкоджене, чи можна його зрегенерувати? І якщо якісь місця сили були, ну, исчезли. Например, на Вавиле это считалось, что была чакра земли. И сейчас говорят, что она просто, ну, исчезла. Можно ли ее регенерировать? Не думаю, потому что это все сильно связано с резко меняющимися правилами излучения космического. Вы же так не мысли. Вот все это связано с променеваниями, которые там до нас в космос. Чи то сам справи земські? Так, з космосом і з землею зв'язані, так? Ну да, тому що от що робить Меркаба? Що робить Меркаба, наприклад? То зв'язано з космосом. Вона на самом деле приміряє ритми космосу і землі. Меркаба, наприклад, полонча ритми космосу і землі. І коли це ставиться на організм, і коли то неважно в яке місце, то в организме пытаются ритмы внутренние организма согласовать с ритмами окружающего мира. И когда то ставишь на тело, то тогда наш организм попросту достраивается до ритмов космоса и до ритмов Земли под впливом. А для поддержания здоровья больше ничего не надо. А чтобы... Насколько хорошо мы вписаны в окружающий мир. А чтобы человек был здоровый, ничего это не потребно. Потребно то на или человек очень хорошо записано есть, ну, схармонизованный с внешним полем и внешним полем. Земли, полем космическим. Потому что нижние чакры больше подпитываются от Земли, а верхние от космоса. Поэтому пренебрегать ни тем, ни другим нельзя. То у нас дольные чакры отживя наша Земля, а горные чакры, горная часть тела, отживяще з космосу і невольно, а от з нічого ризикнувати. А серце є пощодку, ну то серце є більше до землі чи до гори? А серце посередині, це серце... Отдельний розговор по поводу серця. Особливо. Потому що вихрівая структура чакр у нас соответствує, казалось би, ряду чисел Фибоначчи, то есть розложенню золотого сечення.
i po prostu promieniowanie, struktura wichrowa, falowa, wicher to wirowa. Jest... A, struktura wirowa naszych czakr odpowiada liczbie Fibonacci. Tak. Zgodnie ze złotą proporcją. Tak, zgodnie ze złotą proporcją. Tak. A вот сердечная чакра выпадает из этого ряда. А чакра сердца, она как бы выходит из того жонду. Ну смотрите, первое, кратно двум. Первое, то есть кратно двум. Две следующие, так, да, следующая какая должна быть? Один плюс два, три. Вот она вторая чакра. То есть три. Два плюс три, пять. Вот она третья чакра. Третья чакра. 3 плюс 5 – 8, вот она, горловая. 3 плюс 5 – 8, то есть чакра горла. Угу. Куда же выпало сердце? А сердца нема, выпадло с таким. Оказывается, ритмом. Это отдельная линия связи, и когда люди говорят, вот я чувствую сердцем, это не шутка. Угу. И то есть особная линия повязания, когда люди говорят, я чувствую это сердцем, то не жарт. Угу. Czyli to jest co, inna czasoprzestrzeń, inny wymiar? Jak... To drugie zmierzenie, drugie... Nie, to specyfika okружающego pola, потому что если посмотреть, как замерзает вода, она замерзает всегда шестигранными структурами. А это точно соответствует сердечной чакре. То есть специфика зовнішнього поля, якщо побачиш, як вода замерзла, то вона завжди замерзла такими структурами шестью... Платков. Шестью платков. Так. І сніжинки такої ж форми. І сніжинки такого кшталту. І то відповідає нашій чакрі. Окей. Серце. Чи в який спосіб при допомозі цієї технології wejść w serce, czy przełączyć się z umysłu na serce, czy jest na to jakiś sposób, który pan zbadał? Jakim sposobem wykorzystuje tę technologię, значит, można serce aktywować, to jest przyjść, переключić się na serce z pomocą naszego сознания? Речь идет о духовном развитии. To chodzi o rozwój duchowy, tak? Tak. Да. Понаписали некоторый набор тем именно для духовного развития. Откуда? На плитке записаны некоторые темы, власти для развития духовного. Из конта они были взяты. Например, прописали воду самого высокогорного в мире соленого озера. Например, на Тибете. Записано частотливый дрогань наибарджий высокого езера, который знайдущий на Тибете, наибарджий высоко над поземом. Може. Угу. И там записано. В окрестности Лхаса. Это озеро находится на высоте, по-моему, больше 4 километров и соленое. То есть, словно езеро Лхаса, которое знайдущее на высокости 4 километра над поземом моря. Есть словно. Туда идут паломники-буддисты, как правило, ну и не только. И буддисты там идут. Медитовать. Так. Именно, да, медитировать для духовного развития. Действительно, вода оказалась такой структурой, которая подхлёстывает сильнее всего сердечную седьмую чакру, то есть открывает человека в космос. И прежде мы там идем, буддисты специально, чтобы там медитовать, и указывающие, что структура этого частотливого дрогания воды, тем езёже, подтримує розвиток духовний, отшима чакра серця, отшима і отвіра сьомою чакрам, зв'язано з духовою. Саме інтересне, що от 10 лет лазив по городам Бесім, там по тайге, Бог знає где, по Монголії, із Западної Європи я не привез ще ні одного образца води, нету. Найцікавше то, що їжджі по різних місцях, і в Монголії, і в Тибеті, в різні місця моці на сході, але з Європи Західній не привез жодного взорця води, такого, який би так діяло, то, що на сході є. А яке пан мав таке найпіękніше досвідчення духове? А який був найкращий духовний опит у вас? Особище. Личный. Когда отходил от материализма, первый резонатор, когда сделали на зеркалах
генератор продольных волн. Я с дуру взял и встал к нему. А кеды отходил от материализму. Кеды сделали первый резонатор на предложенных фалах, он попросту прислонился плечами до этого резонатора. Через полчаса меня выдуло из меня. За полгодины мне выдмухало из моего чала. Я где-то из-под потолка смотрел, какое тело лежит на диване, потом понимаешь, что это мое тело. Тогда кто же я? И я с горы, с суфита, падшил на солеже на топчане, и зрозумел, что то есть мое чало, то кем есть там я? Я так про себя думаю, непорядок, надо вернуться. И помышлял. Не понял, как. Помышлял, что то есть непожондок, треба вратать. Не зрозумел я. И мне буквально, как только пришел в себя, в течение 10 минут надо было что-то написать. Я не мог совладать с руками. У меня 3 дня руки тряслись. И в чонгу, и как я вручил до себе, что треба в чонгу 3 минут что-то начать писать, а я не мог дать рады себе за своими руками, рейнцы мне чешли. Но вот с этого момента с материализмом было покончено окончательно. І з того моменту з мисленням матеріальним було скончено цілковіч. А як було в тим моменті з умислом і з его? Чи був пан по повроті до тіла з собою, чи пустка була в голові? А як було з вашим его, після того, як ви повернулись в себе? Була пустота в голові чи якісь мислі? Ні, з мислями-то все в порядку було. Я к этому моменту уже успел почитать книжки по поводу путешествий сознания Шри Аурубинда. Угу. До этого момента спробовал почитать книжки «Подруж Шри Аурубинда», «Подруж Свядомощи». Уже было веца до этого момента. И понял, что это не шутки. И зрозумел, что это не сам жарты. Некоторые люди любят, чтобы доświadчить духовности, замест... poszukiwać tej takiej naturalnej duchowości, typu medytacje czy jakieś wibracje takie wysokie, uciekają w alkohol albo w narkotyki. Czy można jakby zmienić w nich coś, żeby weszli w duchowość bez tej chemii? I niektórzy ludzie, i ta duchowność, wместо того, żeby zajmować się medytacją, czy действительно duchownym rozwijaniem, przywiązują się do alkoholu, do narkotyków, żeby jakby pseudoduchowność tę w sobie odkryć. Można li coś zmienić, pomóc? Ucieczka przed życiem. Ludzie, którzy ubiegają od życia. No, to nie leczy się. To jest, jeśli człowiek nie понял, зачем мы сюда пришли, все-таки что-то делать. То не можна то вилічити, якщо чоловік не зрозуміє, для чого він прийшов в то життя, що прийшов, щоб щось зробити в тому житті. А взагалі той, хто займається медитаціями, вот эти устройства дозволяють очень быстро переходить в изменённое состояние сознания. Для остеопатов, когда они начинают это использовать, проблемы, сколько народу принять, отпадают. Чем больше принял, тем и он сильнее, и пациент. І це узонзені дуже допомагає людям досягнути стану зміненої свідомості. І, наприклад, люди, які займаються остеопатами, для них є так, їм більше, якщо вони починають вживати це узонзені, їм більше люди приймають, тим більше починають розуміти, більше якби входять в цей стан зміни свідомості, і для них краще. У нас вже в Росії... За 10 лет появилась когорта профессиональных врачей, которые в своей комплексной терапии обязательно используют КФС. В России в течение 10 лет появилось еще много лекарей, которые в своей терапии комплексовой обязательно выкуживают корректоры. Наиболее наглядные гинекологи. Ну и наивенцы выкуживают то гинекологи, то можно забачить гинекологами. Мы вот проводим уже 10 лет научно-практические конференции, они... К нам каждый год приезжают и докладывают о своих новых результатах. И цього року в Росії є така конференція научно-медична, науково-медична, і приїжджають лікарі, які викладають те всі результати і досвідчення при використанні тих коректорів. Вот они на одной из конференций предоставили результаты, когда сколько там у них барышень фертильного возраста. На одной конференции были сделаны доклад или кобет веку разрушчего.
Ну, как обычно происходит, до 30 с лишним человек доживает, вдруг вспоминает, а блин, надо бы детей, а как? Ну и ну, teraz bardzo często ludzie zaczynają do 30 lat, żyją i później przychodzi do głowy, no trzeba dziecko urodzić, a nie wychodzi. Ну и вот такие к ним приходят в центр, и они нам показали сравнительные характеристики трех групп. Одна группа, которая говорит, не-не-не, нам не надо никаких новшеств, мы по классической технологии-то с таблетками со всеми делаем. Uh-huh. И мы поделили таких кобет на три группы. Одна группа, например, нам не потребны жадные технологии, мы традиционным способом с уживанием таблеток и так далее. Была одна группа такая. Вторая группа говорит, ну ладно, говорит, ну мы там где-нибудь под занавес начнем пользоваться. Угу. Другая группа говорит, ну добре, то где-то под конец начнем уживать на КФС. А третья чисто на КФС. А третья группа только на корректорах. В результате в первой группе смогли родить 30%. И який результат? В первой группе только 30% могли уродить дети. Во второй уже около 50%. В другой группе около 50%. А там, где были на корректорах, 86%. А там, где кубеты уживали корректоры, 86% могло родить. И самое главное, что происходит при действии корректоров. И наиважнейшее, что сидит под вплывом этих корректоров. То, что невозможно сделать таблетками. То, что невозможно сделать с помощью таблеток. Размер детородного фолликула. Это... Размер фолликула, комурки, того фолликула, не фолликула, только того торбеля, с которого выходит комурка яйца. Okay. То есть яйцеклетка, клетка, которая в состоянии зачать и дальше развиваться в ребенка. И размер этой комурки яйцевой, которая в стане развиваться дальше и принять до себя... Ключевой параметр, как выясняется. То есть очень важный параметр размера этой комурки яйцевой. На таблетках, вот те, кто смогли родить, этот размер был на границе минимума вообще допустимого. Размер этой комурки яйцевой для той особи, которые уживали только таблетки, был на пограничу минимального уровня, который мог быть допущен. А у барышни, которые на корректорах пошли? А у кобет, которые уживали корректоры? Как у 20-летних барышень. Як у размер, як у кобет веку 20 лет. То есть в самом активном детородном возрасте. В наиболее активном. Причем это в достаточно быстро происходит, 3-3,5 месяца. И выстарчивается быстро, 3-3,5 месяца. То есть innym problemem współczesnych czasów jest zanieczyszczenie chemiczne żywności i są te środki ochrony roślin tak zwane, czyli Roundup, no i jeszcze aluminium, zwłaszcza że tutaj w Europie нам смуги химичные робим и алюминиум спада. Ну, очень большой проблемой здесь является это, ну, везде сейчас в телевизионном мире это загрязнение пищи, а особенно в Европе здесь загрязнение алюминием, который, ну, в общем, сверху с нас идет, и потом Roundup. Это средство. Я знаю об этой проблеме. От кого идет-то? С конту идет. Проблем. Я в Германии это каждый год наблюдаю. Утром просыпаешься, ясное небо. Какой-то самолет пролетел, инверсионный след, все растеклось. Оказывается, распыляют. Кто? Главные демократы. Я то попросту досвячу в Немчах, например, с рано будился небо небеское, блакитное, прозрачное. Прилетел самолет, я, кажется, за ним шлят, и то все распыляют. Просто этого нема. Да, а кто это допустит-то? Я вас умоляю. Я прекрасно понимаю, к чему это приводит. В Германии сейчас рождаемость 1,3. Я вим до вымирающая нация. И до чего еще то допроводится. Например, в Немчах 1,3, то есть с дольностью рождения дети. То есть нация, народовость, которая умирает. Środowisko w Niemczech starzeje. Dobrze, jak to wyczyścić z organizmu? Jak sobie A jak to poczyścić, udalić z organizmu? No, основная проблема, gdzie wziąć normalną, czystą wodę? I to jest podstawowy problem, gdzie wziąć normalną, czystą wodę? Z dobrego filtra. Ja понимаю, no, вот получается, вот грунтовые воды в Германии очень сильно отравлены
женскими гормональными препаратами, которые ничем не разлагаются. И... Вода в Немчах, та вода земна, подземна вода, грунтова вода в Немчах, bardzo mocno zanieczyszczone kobiecymi preparatami hormonalnymi, które nie można jakoś rozpuścić. Очные сооружения их не чистят, и остается только единственный способ, ставить установки обратного осмоса. Ну и те urządzenia, które oczyszczają tą wodę, one nie potrafią to oczyścić. To trzeba специальное urządzenie powrotnego osmosu ставить. Но это тоже нехорошо, потому что энергетика воды там убивает. Ну то есть też niedobrze, ponieważ tam wtedy energia wody całkowicie będzie zabita. A grubý filtr węglowy? A tłuste filtry z угля? Нет, уголь-то это точно по все вряд ли возьмет. Венгель тот 100% ничего не бежит. Значит, бежит уже химии. Он берет очень много химии. Я понимаю, но обратный осмос-то делают тоже с обязательным включением угольных фильтров. Но хоть это же энергетика воды по прошествию через фильтр венгеловый позостает добра. А, ну, здесь говорится, он говорит о том, что энергетика воды, которая пройдет через фильтр с углем, она будет хорошая. Нет. Редокс-потенциал будет все время увеличиваться. Реальная энергетика воды – это вот как раз характеристика ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Реальная энергетика воды, то есть потенциал окислительно-восстановительный… Редокс. Да-да-да, редокс. Потому что… Ведь это характеристика, которая показывает наличие свободных электронов в воде. Характеристика, которая показывает ilość свободных электронов в воде. Угу. То есть способность этой воды к антиоксидантным действиям. Здольность этой воды działanie антиоксидационно. Угу. Ну то в таком разе вода бутылкована с этих пластиковых бутылок есть еще горша, бо там есть бисфенол, но и опрош того часто та вода есть по отвруценной осмозе. И вода из бутылок, она еще хуже, потому что... Ну, вода это... очень сильный растворитель, и вообще ее в пластике не рекомендуется долго держать. Вода из очень мощным распущальником, и долго держать воду в пластиковых бутылках лучше не держать. Угу. Ну, то что в таком разе, кто мешка в месте, как может себе радить? Ну, тот, кто живет в городе, как он может себе помочь? Надо объединяться и делать устройство а-ля Шоубергер. Он это умел делать полвека назад. И треба лончичи робить урządzenie а-ля Шоубергер. Он умел то робить полроку тему. Полвеку тему. Полвеку тему. Больше даже. Чуть ходи о вирование воды в тих лейках таких. Это говорится о вибрации воды в этих специальных воронках, да? Ну да, но он же показал, что трубы надо делать не круглыми, а чтобы сечение трубы было яйцеобразным и немножко закручивалось. Он показал, чтобы труры были не округлыми, а чтобы были спиральные. Так, чтобы вода вировала так, в щетку. Так. Да, ну почему-то, ну ведь с точки зрения математики форма яйца любого не описывается никакой кривой, никакого порядка. Пункту математики форма яя, каждое яя не можно описать с помощью математики. А это оптический резонатор, в котором жизнь рождается. А то есть оптический резонатор, в котором родище жиче. И только за счет формы при взаимодействии с внешним полем там поддерживается редокс и все, что надо. И только с помощью кшталту попросту при разом с полем зевнешним. Там можно подтримать редокс и иные просто складники. А что с химическими складниками такой воды? А что с химическими составляющими такой воды? Да я думаю, они должны чиститься при такой закрутке, потому что там появляется колоссальное количество свободных электронов, там будет такое окисление. Но они должны еще очищать, потому что там очень много вольных электронов еще появляется, и там будет такое... Натленение. Ну, оксидация будет такая. Натленение, так. Ну, дальше, но оксидация не зликвидует, повидимо, алюминиум или ртуть. Но металл, конечно, не уберет. Это грубыми фильтрами уберет. Ну, металл.
Чили. Металли. Но их сейчас не обязательно, сейчас надо использовать мембранные фильтры. Сейчас же появились струнно-мембранные, то есть когда намотана спираль тоненькой-тоненькой металл, и когда пропускает сквозь нее, там все дрожит, а очистка механическая идет блестяще. Ну, там, без разрушения структуры воды. Появились еще иные фильтры, специальные мембранные фильтры, которые не ничем структуры воды. Dobrze. Taki temat, przepraszam, męczę was. Ja извиняюсь, что я мучаю вас. Такая еще тема меня интересует. На здоровье. В Польше и в wielu krajach Европы есть террор шчепенковый. Просто... В Польше и во многих краях Европы действительно террор вакцинации. Так, просто обязательные шчепенки даже для ребенков. Есть обязательная прививка даже для детей, и если родители откажутся, то могут даже под суд отдать ребенка. Это просто я знаю как врач. И что сделать с эффектами теми такими, так называемыми, непожонданными? Чили детско стаёт се часами калеком по зашчепению. Что делать, что можно сделать с эффектами, которые нежелательные, потому что очень много детей после вакцинации, действительно, ребенок становится калекой. Да, я в курсе. Что сделать? У нас такая же проблема была с внуками. Я говорю, идите, делайте прививку, пришли прямо на место, где кололи, здоровое поколение. У меня была такая сама проблема с моими внуками. І я повідомив, ну хочете іще, робче щеплення, але положте там є плитка така, короче, на здорове покоління. І просто вжичі там плитка. І на що її класть? На... Прямо на місце уколу. А, просто там, на місце, де була впровадзована щеплянка. Плитка здорове покоління. І що? Але навіть по кілька місяцях теж то задіяло? А навіть через кілька місяців це теж буде діяти? Ні, чим швидше, тим краще. Їм швидше, тим краще. Ага. Ale czy te efekty niepożądane mogą się cofnąć? A efekty, które osłabienie mogą jak-to... Вот когда уже развилась там патология и уже органика полетела, вот там надо разбираться, там уже надо подбирать. Kiedy już są niepożądane efekty i już rozwinęło się bardzo zaawansowane, to tam trzeba dobierać korektory. Okej. Czyli autyzm jest wyleczalny na przykład. Autyzm też można wyleczyć? Более сложная задача при изготовлении корректоров я такой не ставил, но видел, что информационно это можно делать. Я видел просто своими глазами, как человек под контролем врачей это проделал. Вот был у ребенка аутизм, информационно воздействовал, буквально через 3 недели не стал. То bardziej skomplikowane zadanie, specjalnie pod tym względem, bo KFS-y nie były zrobione, ale po prostu był taki przypadek, kiedy z pomocą różnych korektorów, oczywiście pod kontrolą lekarzy, w ciągu 3 niedzieli, tak? No tak, w ciągu 3 tygodni bardzo szybko, informacyjnie był wpływ na dziecko i dziecko wyzdrowiało. I опять товарищ использовал генератор продольных волн. No i był wykorzystany oczywiście generator przedłużnych fal. Dobrze. Tutaj ten zielony KFS jest na uspiech. Czyli co, pan rozumie, że więcej pieniędzy będę zarabiał? Ten zielony korektor to jest sukces. A, извиняюсь, я по польски говорю. Зеленый корректор – это успех. Что можно, что он может сделать? Может больше денег зарабатывать? Ну, в общем, если это последняя версия, там были прописаны... Так, остатняя хаба. Забыл уже, какие дольмены туда вписывал. Он не помента, какие... А, нет, то есть нет, то есть 4 дюрки. 4 дырки, да, 4 да, дырки. Да, понятно. Нет, нет. Вот дырки надо прочищать. И желательно регулярно. Ага. Te dziureczki, które są, to trzeba ich oczyszczać i dobrze, że regularnie. No materiał очень пластичny i jeśli on tam popadaje w jakąś wysoką temperaturę, on немножко... начинает шевелиться там, поэтому ну, раз в полгода там надо залезть, просто протянуть эти дырки. Раз на пół roku trzeba te dziurki przeczyszczać. A ja teraz przeczytam,
co jest tutaj na sukces zapisane. Przetłumaczę. Вылетел уже, давно был. Угу. То есть, bardzo давно был сделан этот корректор, и уж не помню, что там на этом корректоре было записано. То ile już их есть? 10, 20? Сколько этих корректоров уже есть? 10, 20? 60 с чем-то. 60 там, или же там. Угу. К 70 приближаемся. Около 70 корректоров. Периодически задают вопрос, а нельзя все записать на один? И часами задаем питание, а чи можно все записать на этот корректор? Ну, представьте, ну, вот я пытаюсь все время объяснить людям. Понимаете, вот каждый родник, каждое вот это вот место силы, это некий аналог музыкального произведения. Вы пришли на концерт. И пробую вытумачить людям, что каждое жгудло, каждое место эмоция, то есть аналог какого-то музычного твора. И вы обращаете себе, пришли еще на концерт. Там должно быть 20 произведений. Там должно быть 20 утворов. Там быстренько на пленку их все записали и сложили в одно. И все записали на тачмы и сложили разом. Удовольствие получите. Я, как вы видите, чули по таким утворам. Вот и организм не поймет, что от него хотят. И организм наш не зразумится от него хцов. А тут почему-то не написано в успехе. Тут чистый взгляд, здесь нету гармонии. Без понятия. Любовь. А нет, есть успех. Успех. Я перетумачу, что аккурат этот корректор делала. Он поводует гармонизацию, синхронизацию працы обу полкуль мозгу. Стимулирует... Это гора разума. Угу. Так, стимулирует здольности до науки. Да, все, я вспомнил. Это гора разума, три места. Гура розуму, там три места. Поводує якби виявлення і об'явлення потенціалу життєвого, помага ставить цілі і цілі в житті. Повыше позиум финансовый, Ужитковника. Так, финансов. Активує вовнешний потенціал для осягнення цілі, яку чоловік собі поставив. Профілактика ударів. Поводує ширша реабілітація стану по волевах і по ударах. І так тут центр спіралі на гуже шаманка Аркаїм. Так, Жека в Аркаїмі Большая Караганка, гора розуму, тож в Аркаїмі, і жрудло у святині Сергія Радонежського. Сергій Радонежський, то є така святиня у нас, та кластор є. Там є жрудло, так і люди з цілої Роси там приїжджають. Ну і там дольмени записані. Также барцу дужу там записано. Также на парад. Да, я помню, Дальмина там писал, это из Пшады. Да. Это пригороды, эти самые отроги Северного Кавказа в районе Пшады. Это рядом с Геленджиком. Так, близко Геленджика, там с Польски езжем до тех дольменов. И вем же, ездили и мувили мне же, как там те дольмены вплывают. Вот со временем просто посмотрели. Чего не хватало в успехе? Мотивации к действию. Потому что вот сидеть и ждать манны небесной неправильно. Мотивации до делания. То, но не, майнстен корректор не сидеть и не чекать, что что-то там спадет на тебе. И дописал туда набор по энергетических каналов, которые дают пинок психике, чтобы начал что-то делать сам. И треба просто бракувало мотивации до чалання, бы дописаны каналы космоэнергетичные, которые как бы даем такого копа свядомости человека, чтобы он что-то начинал делать. Не сидел и там и чекал, как что-то до него, тен сукцес до него прийде. Супер. Добре, что-то на закончение, какие-то такие... Ну и что-то на конец, что вы можете сказать? Позитивное что-то. Положительное что-то, позитивное. Хотите жить долго без врачей? Хочете жить долго без лекаря? Хотите. Так, хотите жить долго без лекаря?
начинаете пользоваться КФС, и через полгода вы эту дорогу и в аптеку, и в больницу забудете. Зачните вживать корректоры и по полроку запомните дороги до аптеки и до лекаря. Я не там, не там уже лет 20 не был. А не там 20 лет не было. Супер. Спасибо большое. Да?